Скип, скип, скип. Привет, дорогие зрители, это Гагатун, и сегодня я хотел поиграть в такую игру, как Blades of Time. И решил я ее поиграть, честно сказать, лишь по одной причине, из-за того, что ее делал русский разработчик. И я подумал, что, блин, а я ведь давно не играл ни в какие русские игры, потому что обычно, как бы, сразу же считаю говном, потому что у меня, да, многолетний опыт игры в русские игры. И в этот раз решил, что, ну, может быть, они сделали нормальный слэшер. Вдруг, может быть, они научились разрабатывать какие-то игры, кроме мира танков. Хотя, потому что я в мир танков тоже не играл, может быть, и он говно. Поэтому не знаю, наверное, начнем с истории. Я уже несколько раз пытался, если честно, включить эту игру. И она уже не оправдала мои ожидания, потому что у нее постоянно падал FPS, и мне приходилось перезапускать. Но, думаю, в этот раз у нас получится. Да, наконец у меня получилось включить эту игру. Ну, боже мой, я тоже рад, что ты рада вместе со мной. И тут Скайрим, и я даже не вижу, как у него изо рта уходит пламя. Походу, он просто открыл рот, и там появилось где-то пламя в другом месте. Хватит трясти камеру, что это за фигня? Это не идентификация Борна. Зачем я сюда приперся? Зачем? Ради чего? Ради низкого FPS? И вот сразу же уже как какой-то безудержный пипец с камерой происходит. Я пытаюсь убежать от каких-то непонятных рыцарей, которые меня преследуют. На Y удар ногой, на X удар клинком. А, сейчас начну, наверное, с клинка, потому что он наверняка будет сильнее. Да, здорово, значит, что-то... Ага. Да, и удар ногой оказался неожиданно сильным ударом, конечно же. А удар мечом каким-то говном. Так, и почему-то они, честно сказать, для первых врагов, которых я встретил в этой игре, они какие-то неожиданно сильные, блин. Чё тебе надо? Сдохни. Отлично. Мы пробрались через первую битву, край драконов. Боже, ну у вас субтитры нельзя, я за этим фоном ничего не вижу, что у вас на субтитрах написано. Что она вообще сказанула? Она, по идее, по-русски говорит, но я ее не понимаю. Надо ее, наверное, увеличить ее громкость. Давай, баба, говори погромче мне, пожалуйста. Скляните на компас, вы заметили изменения? Ну, у меня есть компас. Согласно писаниям, одна стрелка должна указывать путь к сокровищу края драконов. Одна стрелка указывает... Вторую стрелку я ничего не слышала. Ты про вторую стрелку ничего не слышала? Смотри, эти стрелки указывают на твои титьки, которые почему-то очень трехугольные. Но зато тут есть физика. Я когда иду, вот и влево-вправо, они как бы за мной колышутся. Как будто я на машине какой-то еду, они такие... Ну ладно, в общем, я рад, что все стрелки указывают в одном направлении. Дракон, как дела, как жизнь? Можно тебе в рот запрыгнуть? Смотрите, смотрите, он прозрачный. Я сквозь него пропрыгал. Это был неожиданный конец. А вот про вторую стрелку я ничего не слышала. Потому что ты на географию не ходила, наверное. Пошли, все. Ну, какой-то сундук. Это что, на него... Пипец. Ладно, видимо, это то, что нам нужно. Ага, клинки драконьей силы увеличивают урон от заклинания огня. Не вижу никакой разницы, но допустим, что заклинание огня... Надеюсь, магистр не сильно расстроился, что я стащила у него компас. Он все равно им не пользуется. Какой в жопу магистр? О чем ты вообще говоришь? Как интересно. Что интересно? Я ничего не понимаю, что ты несешь? Что к дракону в рот прилетели какие-то души? Что это? Что случилось? Эй, дракон, объяснишь мне, что тут происходит? Мне кажется, ты осведомлён гораздо больше, чем я, потому что я ничего не понимаю. Чё, я тут должен встать на них? Нет. Если я на огонь прыгну, я потеряю здоровье. Ну, хоть что-то. Хоть где-то есть логика. Ну и что компас? Значит, да, отлично. Они не знали, как сделать понятный левел дизайн, они придумали компас. Я не виню их, в принципе. Хотя нет, я их виню. Какого черта? Куда мне... А, еще один. Окей, да, сундуки. Первое же... Сколько я уже играю? Минут 10, и мне предлагают открывать сундуки. Это отличная головоломка со стороны разработчиков.
Мне всегда интересно открывать сундуки, потому что... Ну а что делать-то в видеоиграх? Это ведь такой опыт, я его не могу получить в своей жизни. О, дракон проснулся. Чё жить? Да? Что? Привет. Что это было? Призрак? Он сдох? Трудно будет привыкнуть к таким подпрыгнуть. Вещам. Хотя это место должно просто кишеть феноменами. Почему он раньше был прозрачный, теперь я могу по нему пройти? Может подождать здесь Зеро? Хотя вряд какой ли Зеро? О чем ты мелешь? Не нельзя говорить про персонажей, о которых я ничего не знаю, идиотка. Какие сокровища? Однако чё? Ни карт, ни подробных описаний. Заткнись! Твою мать. Видимо, это опасный путь, и мне нельзя прыгать по лапе. Точнее, это должно быть крыло дракона, но это больше похоже на лапу. И что? Ну вот я по ней запрыгнул, и ничего нету, да? Смерть! Заткнись. Одна история лучше другой. Подождем Зеро, давай еще что-то сделаем. Как тебя заткнуть? Посмотри на компас, успокойся. Посмотри на компас. Твою мать. Она не хочет затыкаться, смотри. Ну, знаете, с таким Unreal Engine во все поля и... Я просто... То есть, Unreal Engine, он просто вот как он есть, мне кажется. Они вообще ничего на него не делали. Вот просто Unreal Engine. О боже, вы проснулись, смотрите, а я вас теперь убью. Это стражи древних сокровищ. Да я прям Данте, я прям в воздухе каутирую. Это хороший знак. Я на верном пути. Ты хороший знак на верном пути. Хоть катсцены тебя заткнули. Странник. Привет, странник. Подойди ближе. Она похожа на странника? Кто-то в мужском такой? Роде? Я... Он видно тот, у кого закрыты веки. Вий, наверное. Драконов. Делаешь первый шаг на своем пути. Я здесь, чтобы помочь тебе. Да неужели? Правда? Ну, может, ты знаешь, где мой напарник Зеро? Какой напарник Зеро? О чем ты мелешь? Мне. Моя задача — помочь тебе обрести, обрести силу. Какую еще силу? Я пришла за сокровищами Края Драконов. А не сила? То есть сокровища окей, сила не нужна? Мое время. Тебе следует прислушиваться ко мне, если хочешь выжить. Действительно, наркоманка. Прими мой первый дар. Вот уж не надо. Не люблю оставаться в должниках. Что за... Кто писал эти диалоги? Что за говно я играю постоянно? Ты что наделал? Что ты наделал? Он дал тебе какую-то силу, очевидно. Тебя через край драконов. С моей помощью ты победишь. Какого? Да чего тебе от меня надо? Ты должна завершить. Явно не твои мозги, блондинка. Наверняка из-за того, что она как дура реагирует, это значит, что он будет брать ее под контроль каким-то образом, раз она так кипишует, что «О боже мой, он дал мне свои силы, и теперь мы связаны, и он должен это забрать». Ой, ой, как мне страшно. Единственная фишка этой героини, походу, то, что у нее и жопа, и сиськи. Не нравится мне все это. Мне не нравится вообще, ты мне не нравишься. Ты дерешься как говно, у тебя всего, не знаю, XXXXXXXXX и удар Y. И все, это все, что ты можешь. Меня это расстраивает. Но я тут не для того, чтобы судить, конечно. Хотя нет, вообще-то это не того, чтобы... Окей, опять офигенная. Нет, мы не могли просто открыть дверь, нам нужно было покрутить какую-то ерундовину тут. Ну и жара здесь, как в печи. Надеюсь, эта дорога ведет не к центру Земли. Если бы я сама сюда не пришла, то решила бы, что попала в ад. А-а-а! Ты правда в аду? Мало ли, кто знает. О, неужели? Возможно, ты и правда в аду. Что происходит? Что происходит, я не знаю. О, ой, лава поднимается. Вот черт! Ты вошла. Древние катакомбы. Каждый раз одно и то же. И уровень лавы неожиданно поднялся. Мой уровень лавы ты не особо понимаешь, если честно. О-о-о. Может, ты тупая. Так. Что же? Походу, мне надо просто юзать дабл шамп. Ловушка. Ой, нет. Главное не останавливаться. Я прям чувствую, что за тобой лава и все такое, потому что ну ты так правдоподобно. Мне конец. Что происходит? Этого не может быть. Что она...
Время отматывается. То есть это такая фишка, что я пробежал вначале в одну сторону. Даже огонь не движется. Теперь я пробежал в эту сторону. Никогда не видела ничего подобного. А я видел нечто подобное. Это называется принц Персии. О, ну, пауки. Это, конечно, нифига не банально. Тоже неожиданно очень интересные враги. Ты что ты говоришь? Их жизненная сила. Я просто притягиваю ее. Ты слишком много себе думаешь, дамочка. Давайте, я знаю, что вы хотите драться со мной. Давайте, идите драться. Давайте драться. Я знаю, что вы будете меня атаковать. Ну что вы? Ой, блин. Давайте. А, тут уже все открыли. Кто-то тут уже побывал до меня. Сейчас я встану, они такие оживут. Я сделаю вид, что я удивлен такому повороту событий. Ну, как обычно. Иги. Ну точно, это кнопка. Должно быть, это переключатель для двери. Да. Я убил его и потерял еще больше здоровья, чем пока дрался с ним. Потому что Гладиолус. Кто же устанавливает тут эти чертовы магические стены? Алтарь? Разработчики. Он наблюдает за мной. Но нет. Похож на охотника за сокровищами. Ой, я как будто играю в игру для 8-летних детей. А, смотрите, он похож, да? Неплохо. Неплохо. Очень неплохо. А, здорово. Прямо шутан теперь начинается у нас. Да, может быть, эти ребята будут умирать быстрее, если я буду в них стрелять. Патроны-то бесконечные. Нет, патроны-то не бесконечные. Нет. Хотя нет, а что-то... Мне очень нравится бегать по одной и той же местности по два раза, но вот да, это так вот у нас такие умные разработчики, потому что... Это очень весело, да. Вот я сейчас кручу. Ой, я не мог открыть дверь просто так. Ой, смотрите. Мне рожи. Ой, мне кажется, что ты идиотка. Но я как бы не буду озвучивать такие мысли. Ой, смотрите, оно в меня летит и стреляет. Ой. Ой-ой. Сейчас я прицелюсь. Кто здесь? Кто здесь? Мне тоже интересно, кто здесь. Кто-то крысит в джунглях. Ой, я их уничтожил. Вот это просто невероятно, как круто. Я прыгнул прям на огонь. Ну, блин, их очень сложно убивать. Я вам так скажу. Ой, ну очень сложно, просто офигеть, как сложно их убивать. Я прям напрягся уже весь, изнемогая от того, как их сложно убивать. Вообще, честно сказать, тут какая-то с яркостью вообще пипец происходит, потому что, ну, я не знаю. Какие-то тумач эффектов, тумач контраста. Too much всего. Ой, тут оказывается все это время была какая-то башка. Даже две. Ну, учитывая, как они медленно умирают, зачем их... Ну, вот смотрите, какой в этом прикол. Это что, это интересно? Интересные битвы с врагами? Я не подписывалась на такое. А Зера все пропускает. И где его только носит? О чем ты мелешь? Ты достала со своим Зера. Дура. Мне уже начинает это раздражать. Она постоянно говорит, как будто это ее какой-то бывший парень. Зера. Я тут играю. Какой в жопу Зера? О, наконец-то люди. Может, они видели Зеру? Может, я их смогу убивать? Может, они будут интереснее, чем эти пауки и прочая хрень. Люди, а их уже убили. Замечательно. Это было долгое появление людей в этой игре. Да блин, ну на земле ничего нельзя сделать. Ты сразу же умираешь. Их постоянно, смотрите, сколько я их уже убил, а их постоянно 4. У меня палец уже болит просто. Что, блин, это за пипец? Сейчас опять еще кто-нибудь вылупится. Я сейчас это убью, еще кто-нибудь вылупится. Видите, вот он сразу же вылупляет, я ничего не могу сделать. Говно. Ежа. Сейчас еще один, вот я убиваю, и сразу же еще один появляется. Окей. Чего они хотят от меня вообще? Барьер. Чё за говно? Ребята, чё за говно? Люди, может,
Леру. Держитесь, ребята. Ребята сдохли. Что от меня хотят? Смотрите, они появляются в невероятных количествах. Убери свое говно отсюда, давай, умирай. Че, все? Я атаку должен был победить. Это серьезно, да? То есть не успел, они сделали себя сразу кучу миллион этих пауков, и все, и ты в заднице, и ты просрал эту игру. Это просто замечательно. Просто офигенно. Снова Алтай. И чего ожидать от него на этот раз? То, что на себя сиськи выкачает, наверное. Чертов силикон. Здесь ты научишься использовать свои новые способности. А теперь пора начинать. Что, прямо сейчас? Да. А когда еще, что завтра? Прямо сейчас. Что за вопросы тупые? Серьезно. Весело. Прям я умираю от веселья. О боже, еще покрутить можно колесо. О, я прям как капитан корабля, смотрите, кручу колесо. Ой, боже мой. Наверное, эта кнопка открывает те огромные ворота. Ага, и сейчас эти опять каменные штуки зародятся, смотри. Как бы ты и сама, наверное, уже знаешь, но все-таки. Это ведь так неожиданно. Честно сказать, эта игра настолько скучная, что мне уже хочется ее выключить. Я не знаю, что там будет дальше, но... Ой, боже мой, ну это просто скукотень какая-то жуткая. Поэтому я, наверное, сейчас дверь найду, которую нужно было пройти. Здесь больше этих пауков не будет безумно каких-то на меня выскакивать. Я просто спокойно дойду, скажу, что вот это такая игра. Никогда не играйте в нее. Что местная цивилизация прекратила свое существование. Боже мой, да твои шутки, они хуже Петросяна. Если это шутки. Потому что я не уверен. Но, наверное, да. Так. Конечно, стрельба тут просто офигенная. Просто офигенная. Блин. Зачем вот это вот? Зачем мне вот это? Что это такое? Это чем это могло быть интересно? В слэшере неожиданно брать какой-то соси. Брать какое-то ружье и начинать стрелять. Ну, это я понимаю, вот в Devil May Cry, когда он там начинает фигачить на ходу, это смотрится круто, это динамично. Тут я должен целиться куда-то, там какие-то башки отстрелить. Да что это за бред? Кто, блин, такие? Вот все, если сейчас за этой дверью не будет масса удовольствия, я не знаю, голых женщин, веселья и чего-то такого, Блэк Джек и шлюх, то я просто выйду из этой игры. Нет, это очередной уровень данжена. Очередная сейчас кнопка, которая сейчас приведет ко мне врагов, наверное. Знаете, я вообще не удивлен нифига. Вот вообще не удивлен. Да, и. Я теперь ничего даже сделать не могу. Я даже. Вот, смог ударить таким. Магия! Дай мне фаталиси сделать. Все, я ухожу из этой игры. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх. И все в таком духе, не знаю.